Столько слов, столько фуда. У нас всегда в рейдах так. Я не знаю, Нет, мне такое чувство, что я от этого кулаков фуда нет. типа устаю больше, чем от трайв, от вайпов. Ты так много слов произнес. Удай мне кулака. Сейчас дам. У меня ман закончился. Пять, четыре, три, два, один. Остаемся. Светло, 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 светло взяли. Жмитесь, блядь, там прилетело. Куча чертов прилетело. А пиздец, падаем. До хера урона прям получается. Я поманились. Да. А там очень-очень сильно бьет в начале. Причем вот типа до первой... Первые два каста почему-то очень сильно бьет, а потом какая-то дикая ОЕшка просто прекращается. Я на шамане охуел это хилить все. Что так долго там заканчивается бой? А ты между сферами ловишь, там, между темной и светлой, да? Вот здесь посередине. Я и посередине, и туда бегаю, со всех сторон стараюсь. Но вот сейчас типа две у стены вот здесь вот появилось. И прилетели четко в рейд, типа просто напрямую. А я был в центре. Че, можешь? Я просто половить? не успел. Давай, может, Невер тоже половит. Да не. Давай, Невер, полови, потому что ДПС все равно как бы на 8000. А тут как бы не в ДПС дело. Хорошо. Так, Сьюзи нужно дать, да, МП5. Fire Aura, где у нас, кстати, стоит? Тут фаером бьет. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две... Че, справа мне ловить, или ты просто будешь стоять со всеми? Не лови все. Не-не-не, я вместе буду ловить с тобой. Ладно. Каску. Ой, забыл, прости. Не извиняюсь. Давай тогда, я с этой стороны, а ты справа. А, да. Портала. Полтишок прожму, если больно будет. Два. Один. Я с апротиком здесь сейчас. Во имя темного повелителя. Во имя короля лича. Вы умрете. Ой, блядь, светло, что ли? Эй, Вер? Да, да, я... да. Да привычка, блядь. Смотрю на дебаф. Зависло. А, все. Встаем, бьем.
Я черный возьму еще один. Каст. Прожался. Все сразу ливать начали, когда шум прекратился. Если Инор успеешь кинуть. Переводи. А, стоп. Фу, остановились. Это успейте Инор кинуть. Вот. Могу тебе каплю дать. Ой. Что это? Седло, седло, седло. Мастер аура дал. Переводи, 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 переводи. Да-да-да. Давай, я с темной. Наверх темный возьми. Да-да-да, возьму сейчас. Вам только гимн сейчас поможет. Кастуй гимн. Я похилил. Я поманился, в общем. Угу. Не пошел. Продолжаем, 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 Робик. Каст есть сбить? Сбить и касту. Ну там под конец гимна хп можно слить. О, взяли темную, убьем белую. Взяли темную, убьем белую. Что за топ? Я еще топ по ДПС. О, какие тапки. Вон ботинки хорошие, да. Я лоханулся, блин, взял. Не вовремя сферу. Я видел, ты там это бежал через полкарты. Да-да, забирал обратно. О, вторая. Ботинки нужны? Конечно. Ну и ладно. Тогда еще в одного этого петуха. Да, здесь. Ой. А ты сможешь соло протанчить-то? Yes, ой, конечно. Хорошо, давай тогда пирекс, ты в ДД? Да, давай пробуем, что так, а у тебя анхолик? Есть фрост? Да. Нет. Блин. Ну, жвал. Сейчас... А, у нас валк есть, ой, шикарно. Все, и мне не надо. Нет, и дрыщ будет, блядь, нормально себе. А у нас, а у нас и до этого не было... А он давал вам кастис когда ТМ. Да ну, значит, не будет. Чё это тотем, когда есть мишка там, блядь? Подожди, а кто у нас здесь кастер? Трищ, Суза и все, два кастера. Да. Америков у нас целый рейд. Ну, ДЦшка, ему пофигу на этот тотем, у него и так 20% с таланта идет, он в КД упирается по счетам. Кстати, можно этот, идти РБК фармить, вы в курсе? Нерв завтра. Ты можешь, я уже все. Ну и ладно. Мне не надо, спасибо. Надо, надо, все правильно говоришь, Невер. Потому что потом печеньки можно будет улучшать за такие же баджи. Да, это будет, ты когда ВКЗС уже откроют, блядь. Ну вторые там, спеки, еще что-то. Согласен. Мне какая-то мразь под окном Ашкерия кричит. Мне какие-то пидорасы, блядь, нахуй. Когда площадку сделали хорошую, собираются. Нужно, блядь, выходить ебало бить, блядь. Так, ладно, я тоже. Давайте на сишку выйду быстренько. Какую сишку? Ты чё куришь? Алё, ты охренел вообще, мальчик? Какая сишка? Сука, где мой посох? Три дырки, блядь. Знаешь, где?
Что за хуйня? Карма. Это по КД. Что это за рофл? Нечего было там ебало бить. Че, сейчас топор мне упадет, да? Слушай, тебе. Мой топор. Зачем тебе топор? Зачем он тебе? Зачем он тебе? Ну, меч, блядь, поменять все льды, блядь. Какой меч? Слышишь, да нормальный меч. Оставь, оставь. Хотя бы посох две дырки, блядь. Че, серьезно нужен? Ну, конечно, ну, что-то не видишь, у меня меч. И че, меч он вообще, по-моему, жесткий, не? С чего, блядь, друг? Да РПБшка там, алло. Ага. И на какой ты там топор собрался менять? Который сундука? Да. Он же бесполезный, посмотри, блядь. Меткость крит, блядь. Куда тебе меткость, блядь? Зачем еще тебе? Фурика меткость одевать некуда. Хавайте рыбку, кому надо. Прикинь, как я... Ой, ебать, он меня апнет вообще машину, блядь. Ну ладно, так что будет. Че, Невер, налет включишь тогда? Нет. Хорошо. Вовбро вообще обсуждаю. Дипломат героический, блядь. Молот на ару. Меч, блядь, две дырки. РПБ крит. Ладно, забирай топор, я с грула заберу, давай. Да ладно, ладно, ты забирай, если нужно, типа, лучше тебе. Мне вообще лучше дробяшку еще одну. Ну вот, вот это все, что ты тогда, значит... Бля, ну в PvP зашибись он. А что? Сюда от сундука топор, да, падает? Давай паролем просто для PvP. Давай, давай. По одному нападай. Этот, Дон Рандут. Дон Рандут. Бля, испортили парня, блядь, нихуя себе. Он же не курил, не этот, эрелил спокойно, а сейчас все. Все, нервы, видишь, блядь. Пиздец, блядь, сдали, блядь. Это дрич, это все твой флут. Да я тоже об этом же. Неутомимый он тоже разговаривает постоянно с ним. Да, ну это мне вообще ужас. Блядь. Извиняюсь. Да ладно, что, кузнечка сейчас такая дорогая? Кем? Со мной, да, поговори, что не так? Он и так заебал, господи. Да, ну ты меня бы душнила, какая сонка бы ему. Вот, значит, размутил, да, меня? Понятно. Кстати, нужно в этот закрыть хотя бы 45. Мне нужен этот трофейчик ангарда. С жуками подерусь. Почему 45-25? Наведем суету, да? Невер видел, как он косу взял? Можно сумму? Невер видел, как он косу с мечом держит? Как-то странно. Как будто одно оружие, да? Как будто я армс. А там эти бомжи, они шакл не сбивают? А, могут. Могут. Ну я... Нет. Один, другой сет. Это 9. И, кстати, токены нужны на Т9? Да. Я так подумал, короче, в анхолике лучше в Т9 бегать. Один. Да, в анхолике лучше в Т9 бегать. Я вообще жалею то, что я не на танков типа взял. Т4. Да. Че, анхоли не потом очень? Там будет еще. Анхоли, он такой слабенький, Т4 у него. У Блада очень приятный Т4. Че там с мобами-то делаем? С мобами у нас есть прист. Прист дает в него шакл.
Выходит два моба. На одного из них я ставлю черепочек. Черепочек ты берешь под себя. Мы в него сразу же свечимся. Второй моб у нас идет в шакал. Да, потом я его разбиваю, ну и подвожу к тебе. Ты его забираешь также. Также свечим сразу в моба и продолжаем бить босса. Когда уводить, ты в принципе знаешь. Я тебе ушу дам на первую, по крайней мере, точно. Там потом по КД посмотрим. Чтоб ты спокойно убежал. Пирекс, у тебя задачка будет сейчас. Вот, давай ты вот здесь, где я сейчас стою, начнешь сбоку. А Пирекс спула сюда грипаешь любую сферку. С неба. Ну что там? Сейчас посмотрим, начнем уже. Все, все тут. Отлично. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Черепочек зашахли? Да, отлично. Свечи, оба. Еще одного разбил. На пулю моба. Оба сыграем. Че, неутомимо по шахте, да? Да. Ок. Давай, черепочек забирай на себя, без черепочка шакал. У вас и портал где-то его зашакли. Хорошо. Черепок. В этого на пол дам, следующего не будет. Там зарывание еще. Зарывание. Моба сыграйте. Смотрите так, чтобы сейчас не сломали эту метку. Убегайте оттуда. Сломали уже. Ладно. Бля, я не думал, у тебя нет тапков. Я тебе уже отдал боб. В центре лужа это не сферка. Разлейте где-нибудь сферу. Я сейчас это разобью под свой. Дам. А, Пирекс, с одной стороны, крипни вот это в самую дальнюю стену. Прям в стену, Суза. Блять. Какую? Ну не. А, черепочек. Крип к стеночке. Подальше от центра. Угу. Должен вылезти, до конца уходи. Все хорошо, в эту ближайшую метку заводим. С мобами под жопу. Ближайшего забирай сразу. Черепочек, контроль. А, каст, грип дайте в череп. В моба. А, все хорошо. Творимся. Босса. Также ближний выкопается, дашь ему это, а, заберешь на себя воет. Дальнего контроль. А черепочек контроль. Стань его, короче. Сыграли его, моба. Стан через 2 секунды будет по черепу. Когда я вгрыз? Чал стан. А, любую сферку берешь, крепишь как можно дальше от центра. Угу.
Блять, мне бы какую-то уйти. Лучше, да, к дальней стеночке поближе. Если дальнюю стену разобьете этот, и встанете в лужу, я болт дам. У меня в кды крип. Все, я зашел. Блять. Ну разбивайте уже. Ну разобью так, что ли, да. Сейчас, блядь, попадет в это только лужу. Ой, хорошо. Давай. Нож. А, гриб появился, если что, в последнюю сферку подальше. И уходите, да я в этот уйду в бабл. Разбейте этот, я в бабл уйду. А свечница на других. Да, она свечница. Сейчас побежи дальше. Быстрее в лужу. В лужу? Убери бабл. Блять. Сними бабл. Блять, сними бабл, невер. Да, я снял, он с дилеем делает. БР можно. А, дай БР. Сейчас контролить надо всех мобов, которые появляются. Это уже обычное. Я его забрал. Ферни ближайшего. Теряю. Дальнего. Шаг в крому. А, хорошо. Давайте тогда Геру дамажим. Там не так сразу делать это. Короче. Блять. Нет, что? Меня же сильно. Короче, бабл типа не этот, я его скинул, и он типа поковырялся на месте, только потом типа вернулся. Вот, сейчас беда была. Но нам нужно на второй сдавать этот. Герман. Но... Да. Мы переводим, кстати, по ДПС его. Он закопался на 30 с чем-то там процентах. Или можно вообще с пула. Может, в одно зарывание, если так. Да, в одно. Типа, после того, как выкопается, первую пачку жуков слить и сразу Геру дать, а вторую пачку уже контролить. Хотя их потом сливать надо будет. Что? Да нет, да так же просто. Просто нам нужно. У нас есть контроль, у нас есть шакл, у нас есть два фера, у меня есть трапа. У нас есть контроль. Покаяние меня сбили просто. А, еще и покаяние пятый. Да. Угу. Ну смерть он не может. А в овцу же может превратить, нет его? Нет. Давай Геру с пула дадим, не? А КД 3 минуты. Угу. Так, let's go пока. Не, нам после первой закопки дадим просто и все. Я не пойму, а ты чего вообще куришь? Охренел? Вот так. Чуть-чуть. Ты с пула сейчас напуливал босса? Да. У меня поэтому под первого жука не было на пола, под второй только появился. Там на жуков пофиг. Бупы там от КДШ есть, СС. Кулачок мне нужен. Ой, бля, сейчас да, раздам. Привычно. А СС давай в креста. Очень важен тут. Все, давайте ДВМ тогда. Стой, еще не сервер был. Что-то... 5, 4, а, отмена 3, тогда. 2, не пуляем. 1. Ну теперь... Можешь давать ДВМ. Че, все? Угу. Вроде 5, все зло. 4, 3... 2, 1. Пиши черепочек, контроль. Траву забери на себя. Поиграем. Притворюсь. Сейчас собью. Убил. Почему так?
один на тебя. Сами там разберем. Да-да-да, играем. По-моему. Череп грип на этот. На зону. И стан в него дайте. Заливаем. Пиркс, выйди из лужи, Пиркс. Не успеет. Блять. Успел. Блять, у меня нету, заходи. Блять, а как у тебя нету? У меня нету. КД. Говорить раньше надо, наверное, такое. Так, первый же КД давал, господи. Все, падаем. Два бопа, да? Он после последнего трая просто... Я ж второй давал, конечно. Беги, малыш! Я думал, у тебя это. Я на пуле спросил. Думал, конечно. Я на пуле спросил бопы там на СС. Блять. Да я смотрю, у меня еще 30 секунд, и я уж понимаю, что порошочка он откатился. А сколько он минут, когда я боп? 6 минут. Сейчас 4 минуты, когда. Ну, у меня 5. А джив своего опру должен быть. Да, есть. Че, Герос Пула будем пробовать? Нет, зачем? Хуёвая идея. Конечно. Мне надо на последнюю. Метки надо на фулл хилить. Поставь унитаз, дрыщ. Кстати, на офе в обычке 10% тратится ХП, а в гере 20%, а у нас в гере 30% тратится. То есть тут запанная хуйня. Бафни лапку вот. Ты нам... Андрей, поставь унитазик. Дрищ, давай огурчики. Дрищ. Огурцы. у меня его даже на панельке нету. Еще с первого в сумке. Что там по бопам у вас? У меня открылось. Я тогда первый дам также навер. Хорошо. Так, все готовы? Давайте ДБМ включаю. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Чаще позабери, дальнего контролем. Черепочек поставил на дальнего. Дон, скинь. Я притворюсь. Я притворился, а гроб почему-то не слетел. В нового моба. Появились, ближайшего забирай, дальнего контролем. А что выводишь? Зачем выводишь? Провожу. Рано. Окапывается через 14, только ну ладно.
Грипп. Грипп это вас стан. Стан КТ. Массовый, да. Хапал стан, да? Я, да. Там просто стан кидается. Кто там? Выходим, выходим. На тебе, я дам. Беги, беги. А также есть грипп? А, грипп, грипп КТ, наверное. Ладно, я разбил одну. Крепнешь потом черепочек как можно дальше. Угу. Не, а лучше даже, наверное, вот этот череп. Вот этот черепочек. Туда, к стеночке. Потому что сейчас мы в этой стороне разобьем. Да, 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 только да, уйди, да. Уйди, уйди, уйди к озеру сразу. Паутину. Паутину, иди. Иди сюда, иди сюда. Иди, ладно, ладно. Рано. Ничего страшного, ничего страшного. Мы сейчас геру даем, зальем, да. Нормально. Разбивайте сфера. 7. Разбил. Блять, я грипп. 4, 3, 2, 1, вылази. Все хорошо. Ближнего контролем. Ой, дальнего контролем, ближнего на себя, да. Там Гера. Слушайте, да, давайте Геру. Геру и заливаем это все. Жука. Ну, собирай. Секунду, жуки. Контроль даете, переводите, да? Да, да. Да. Взрывание. Давай 20. Я одного трапну. Я дальнего трапну. Взрывание 15. Переводим, просто переводим. 9, 8. Все, перевели, отлично. Давайте ближнего жука, черепочек под босса, и его заливаем. Вы... На зал моста. Метки прохил. Палка. За контрольте, ну... дальнего. Трапы, трапы. Все, забирать. Блять. Поднимите. Валка еще потеряли. Валк, есть стать? Прохил, прохил, прохил нужен. Ну, актив, не актив. Не флешками, прохил больше. Не, ну все, все, все. Как ты хилишь? В смысле, как я хилю? У света одну и вторую метку, да? Частица на мне. Частица всегда на тебе. И светом, да? Одну и вторую метку. Нет, блядь, шоком, только ЭКД жду. Какой ЭКД? Аккуратнее, на след стоит здесь. Да, подвиньте. Тут просто, понимаешь, как бы понимаешь, с ДЦ, ну, типа, круто хилить вместе. Ну, а у ЕЗа захила такого нету. Не у меня, не у него. Станьте в одну точку, вот под босса, в центр, и от символа... Да, надо будет, да, сходиться в центр, да, значит. Метку поставь там на... Ну, хуй знает там... Это зачем? Просто под босса встали, да и все. Ну, может, они там один с левой лапой встал, другой с этой, поэтому не было захила. Дон, давай перекурим, Геру подождем. Да, давай. Две минуты, в принципе. Mm-hmm. Хочешь перекурить просто? Да, да, да. Дон, ты еще. Ты тоже пойдешь смолить. Ну, не, я ж только что это. Я вообще не понимаю, ты что такой распущенный стал? И я когда пришел, ты не куришь, не пьешь, а тут холли, все. В холле лучше будет. Ну это опять же только чисто на тех, кто без меток. Обновление и все. А те, кто с метками, блядь. Там только свет небесный, что там, блядь, пиздец дамаг. А как сдохли они первые? Ну, Невер метку, а Вау потом просто не прохил. Не прохил. Ну метка вон 6000. Жуки, здоровье 4000, метка 6000.
Валк. То же самое метка. Ну, метка, она, короче, вешается и только на третью секунду дамажит. Там чисто, ну, я не знаю. Я, короче, убивал с типами, с экзальтидов. ДКшником тачил один там. Хпал, не видел Вуду, то ли он его не настроил, но он вообще первый раз хилил. В говношмоте еще в таком был. Он просто метки не видел. На первой фазе видел, а на второй не видел, блядь. И мы вайп, блядь. Я ему говорю уже, как настроить. Потом, в конце концов, убили, блядь. Чисто метки. Свет небес, одну вторую. И там от света, ну, от символа света небес 10% вот эти так захиливало. Господи, Войт, ну что ты такой душный, ну правда. Там, ну, там эрдруг был, там чисто умножение накидал в 10 человек. И если на них метки нет, они вообще никак не сдыхают. А метка кидается, сразу идет на фул захил. Дон, когда мы услышим твой рэп-микстейп? У меня его нет. Ну так, когда ты его запишешь? Пирекс у тебя этот битбоксить будет. А чё, нельзя это... Куда-то в центр, вот где этот пидор стоит, туда гриппить лужу. Обязательно сюда к стене, чтоб камера обзор хуёвый был, да? Потому что я, блядь, вижу только жопу. Блядь. Ну, ты ж в стену его вот отверни просто в другую сторону. У тебя на макс дистанс. Смотрите, что фейк поутал. Где? У меня такое есть. Висёт. Чё это? Так. Что там, Уврон, накурился, набухался, брат? Да я не курю. А, ты ж кого перекурим? В туалет сходил. Ты куришь в туалете? Я не курю. Ой, наверное, такой тоже душный. А рыбка у всех есть? Все покушали же? Да, отлично. А на камень-то есть? А то в прошлый раз пригодился. Я в Вовро думал, что тебя Вова зовут. Давайте этот, Дрищ. На огурчики. Ну, можем не так далеко, можем поближе. Мы можем сюда поставить. Только ты его... Знаешь, куда его можно уводить? Его можно уводить просто вот сюда. Там неутомимо пишет: «Алло, давай я в холле». Да, конечно, в холле. Ну, ты как в экзальтидах имеешь в виду уводить? Я не знаю, как они... Ну, вон, куда ты показал, к правой стене. Ну, я просто туда уводил в первом рейде. Потому что, ну, это ближе, и это проще. Можно чуть попозже уводить, может, чуть-чуть потанчить на углов еще. Хотя здесь 2-1, в принципе, не обязательно. Сейчас неутомимо это бьется. Ой, так у тебя еще и тринки такие хорошие. У кого? Неутомимый. 63 МП5. Приятная штука. Да неутомимый хорошо идет. Да. Блин, не было по половину контента, и хороший отец. Что за нечестность? Почему у тебя, кстати, этот в ботинках нету этой второго сокета? Да, есть такое. Дайте ему какой-нибудь. На, кстати, неутомимый, знаешь что? Сейчас. 30 интеллекта дай ему. Да зачем мне 30?
Неутомимо, на тебе. Знаешь, что? Сейчас. Все, все готовы? Давайте ТПМ. И цветы. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, французский пацан. Что с этим боссом не так, блядь? Забрал. Понятно. Войд дашь ПР сейчас? После стана моб сначала умрет. Хочешь контроль? Дайте, забираю. Блять, собрали все, мастан дайте, по мобам все сыграли. Быстренько, быстренько. Черепочка. Мастан даю сейчас. Отбежали все. На последнюю секунду забыли от моба. Разобьешь что ли? Да, да, да. Уходи в самую стенку. А пирекс есть скрипнуть череп в стенку? Да. Есть бы. Да. А, уходи только этот. А, ладно, уже. Да. Все, мы. Стеночку на макс раньше. Одна. Да. Просто да, в паутину. Хорошо. Под этот. Босса под этот штуку. Почти слова получается говорить даже. А, черепочку заберите. Ой, законтрольте. Давайте так же Геру и дамажим. У меня контроль, когда если что. Хорошо. Лепитница. Все, череп тоже. Постаньте. Не, давайте играем в босса, это просто стан. А вот за уешься, у нас только уешки. Контроли, секунда. Дальнее вас за контролю слева от босса. Наверх фернешь, который под боссом, если появится. Да, да, Ферняева. Давайте тот, что под боссом, сейчас забираем и заливаем его. Ловушки? Да. Да-да-да, в трапе. На полода в него. Прохил, поближе подойдем, пошли все, что поуешь. Второго также. Пропал. Каст ему. Все, сейчас контролим всех. Блять, босс хилится без мортова. Ближнего контроль, дальнего трапу. По дальнему трапу обновлять буду. Эфир по ближнему обновляй. Порошочек. На фу не держите, на 40% рейд. Метки только на фу. Я тоже упал, нет контроля, да. Я вижу. Иисуса умирает. Пирекс есть что-нибудь отдать?
Ну, какой вывод? Надо, наверное, Геру на эту фазу вставлять, да? Да, Геру нужно на ласт фазу. Получается два зарывания. Значит, надо бегать лучше. А, Пирекс, ты когда убегаешь, сначала добегаешь до самого края комнаты, тебе там дают воп, а потом ты подходишь к меточке. И чтобы он мимо лужи шел. Ну да, да. Захожу в инсту и падают метки вместе со мной. Ну и просто если есть крип и видишь, что там сферка где-нибудь летает, крип ее как можно дальше. Ну, от центра к стеночкам дальним. Тоже, чтобы ну, не ставить метки, просто если видишь, что крип не все. Даже ну, по возможности щит от магии льда проюзывай. Че вы с мувами разберетесь? Может как раньше уводить? Времени меньше. Да, сейчас выводи, лишь бы увезти. Да, мы зальем. Тут что-то вы уже проебали сразу. Да. Пусть пирог станчит, если что-то совсем страшное будет. Сейчас я разбафаю, секунду. Да зачем? Чисто аккуратно. Тут ДПС нужно. Да и не в этом дело, я просто про то, что я когда вижу какой-то аккаунт, мне складывает. Стоп. А, отмена, не пуляем. Один. Чё? А там на дрыще нету каски, кстати. Ой. Кулак. Я раз. У меня кулака нет. Успокоились. Чё, ярость проебал? Я тоже. Все, на пол отдал. Давайте. ДБМ. 5, 4, 3, 2, 1. От босса второго контроля. Разбил, забирай. Контроль, ближнего убиваем сразу. Забирай войд. Поставил лужу. Уводи. Гриб черепочку уже. Выбежали из лужи, милики, РТД добьют. Хорошо, на порошочку. Сам себе, да?
Если гриб появится, любую на максимум рейндж комнаты. Кто там валк? На тебя. Ой, бля. Пирекс, беги да, через стенку туда далеко. На ботинках смог. Есть ботинки? Нет. Беги, 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 хорошо, беги, беги. Все. Наверх сам иди. Тут страшно-то как. Пошел спасать, значит, не убил. 5 секунд. Ок, да, просто кайтим. Одна. Центр. Тюрьмовая лужа? Да, согласен. Ну, здоров. А чей черепочек? Ферните друг... А, хорошо, контроль есть. Черепочек. Черепа сыграли? Сбейте каст. Сбейте каст. Отлично. Куда ты? Зачем ты увел его? Он что, закопается? Блять. Зачем ты это пошел куда-то? Каст ему сбивать. Зачем? У нас куча игроков. Ты танчишь. Ладно, сейчас проконтролим. Под дальнего трапа поставлю. Под боссом кого забивайте. Я не попал трапа, блядь. Череп играем. Эфир дай по еще одному. Дам, 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 дам. Ближайшего забейте, который в эфире. Череп. Хуёво. Убили, просто контролем этого. У нас еще, блядь, сферка закончилась. Убить надо жука. Бейте, я стан дам. Давайте. Взяли жука, сыграли. Да, вырнуть себе. Там нет цели, да. Я в этой луже буду. Уходите. Надо разбивать. Ну там 4% босса надо снять. Да, у нас еще куча времени. БР есть. Еще 10 секунд. Ну нет, умирать нельзя. Блять. Я убегу. Ань. Подними его. Бэр. Все, сейчас вылезет. И Иннер сразу же. Да, возложение. Стоим так. Прям боссом, 5%. А джоба справились? Дальнего за контролем, ближнего заливаем. Переводим сначала, все, перевели Геру. Вы умрете. Блять. Дальнего веду. А, сбейте грипп его. Дали по мобу. По боссу играем. Меня поднимите чуть-чуть. Отлично. Я сопрот перепил. А, контроль есть? Фир, Невер. Я ближнего. Дальнего в трапу поставил. Нет. Поставь. Сам дал маску. Хорошо. Хорошо. Давайте по черепочку надо, блядь. Упал. Поднимай, старайся как-нибудь нас. Моба добили? Я ему дам репитанс. Репитанс дал. Блядь, не дал. Я еще умер. Не, все. Попробуйте. Да я желтый дагу. Не те желтые здесь надо. А, там паладин же желтый хилит. Да. Так паладин удар. Подожди, а паладин желтый хилит? Да. А я не вижу.
Ну, на переходке на третьей мне не до этого было. Я если секунду там проебываю. Так ты в ДЦ был, да? Я думал, ты в холле. Нет, это был холле. Ну, я вижу исповедь. А, нет, там зубы были, да. Я лимонный. Не-не-не, это не в этом дело. Ну, ДЦ хорошо идет. Потому что, ну, метки просто не дамажит. Рейд просаживается на лоу хп, и жуки съедают 10% твоего хп. И этот щит, он там, ну, очень долго висит. Не 10, а 30%. Потому что хотя просто... Жуки? Да. Это метки да. Бьют 30. И жуки. Не метки, не ледяные, да, жуки 30. Метки там фиксировано по 8, что ли, тысяч ото льда. Короче, надо оно бегать получше, а так, в принципе, нормально. Типа, если 10 тысяч хп у игрока осталось, у него 3300 с чем-то отнимется. Может, сапрот и места АП пропил? Я сапрот перепил на третий, да. Я в эту фласку выпил, которую ты давал. Броня. Ну, армор-то не работает, там же этот магия бьет. Ну, от сил природы, кстати, ставили? Есть саппорт у кого-то? На последний. От сил да, природы. Конечно, давай раздам. Ой, дайте там, пожалуйста. Там тотем был или листок? А мне дал уже порошочек. А, хорошо. Наверх тебе надо? Давай. Дайте обмен мне, кому нужен саппортик. Просто на третий прям выпить его. Угу. А то там прям видно, что прям проседаем. И огурцы забыли. На огурцы были. Я просто по мане очень сильно проседаю. Я прям высыхаю моментом. Ну, у тебя, грубо говоря, только на третий она и начинает тратиться. Для этого ты... Да, я вспышку хилю. Давайте рчек. А почему-то метки забагались. Я сейчас разбафаю. Риот пропишу. Угу. А не у кого сейчас какой-нибудь хламобот и Дживса нету? Хуёво. Все в кадре. Хуёво. А кузнец есть среди нас? Мортак починит. Прошлый пул уже ставил.